Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Бути здоровим, мати енергію та настрій для вирішення усіх життєвих питань – саме такою повинна бути складова кожної людини, особливо в такий час, в який ми з вами живемо. Отож, аби знати, як правильно ставитись до свого здоров'я, запитаємо про це у лікаря, який вже є у нашій студії. Отож, Сергій Приходько, лікар-онколог вищої категорії, завідувач обласного мамологічного центру КП «Докорд» Дніпровської обласної ради. Дуже раді бачити вас, пане Сергію, в нашій студії. І знаємо, що зараз люди настільки зосереджені на питаннях ковіду, на грип і все, що стосується саме таких сезонних захворювань, особливо в час пандемії, що забувають про такі складні питання, з якими доводиться часто зіштовхуватись у звичайному житті. Так, це можуть бути хронічні, наприклад, захворювання. Так, це може бути взагалі стан людини, на який треба би звернути увагу. Отож, на ваш погляд, як зараз ставитись до усього, що з вами відбувається, чи боятися йти до лікарень, бо там вони можуть бути переповнені хворими, а люди часто залишаються вдома саме через це? Безусловно, если есть проблема, необходимо обращаться за медицинской помощью, но надо соблюдать все рекомендации, которые озвучиваются, в том числе и в средствах массовой информации, для того, чтобы не заразиться попутно еще и коронавирусной инфекцией или другими инфекционными заболеваниями сезонными. Так, ну справді, зараз людей стало менше от у відділках, чи як? От за статистикою, за тим, що ви бачите кожного дня, як приходять, да, як вони, да, приходять до пунктів надання допомоги? Пацієнтів, от непосередньо в даний момент, в останній місяць стало менше обращатися. Але в цілому, ні. Ми їх як продовжуємо, як лечили, так і продовжуємо лечити. Пане Сергію, взагалі такі питання, як онкологія, там, рак грудей, наприклад, так, це дуже часті і найрозповсюдженіші проблеми нашої області. В Україні це вже зараз серйозна небезпека. Як ви думаєте, з чим вона пов'язана найчастіше? Це через те, що ми такі живемо в промисловій зоні? Чи це, можливо, через те, що ми їмо неправильну їжу? Чи що впливає на такий стан? Екологічний фактор має місце бути. Длительність життя зросла в цілому у населення, і тому, звісно, захворювання, які чаще супроводжують пожилий і старчий возраст, вони зараз стали більш актуальні, більш розпространені. Є наслідні фактори, определена частина причин можна возложити на них. Образ життя, безусловно, теж не додає зачастую здоров'я. Ну, це, знаєте, з усіх боків зараз це чутно, але все одно проблеми не меншають. Можливо, люди щось не так роблять. Можливо, треба звертати увагу на конкретні дії кожної людини. І саме тоді ми зможемо інакше поставитись до того, що відбувається взагалі в суспільстві і з нами, з кожним з нас особисто. Ну, надо становитися і зрозуміти, во-первых, основною, якщо ми говоримо про онкологічні захворювання, не все заболевания мы можем контролировать, не все заболевания мы можем предотвратить, не от всех мы можем уберечься. Даже если мы будем делать все правильно, вести абсолютно правильный образ жизни, это совершенно не гарантирует нас от того, что мы можем заболеть этими болезнями. Поэтому попытку контроля, полного контроля, конечно же, надо из головы выбросить. Но это не отменяет того, что надо стараться минимизировать факторы, которые повышают риск возникновения тех или иных злокачественных заболеваний, например, хронических заболеваний. Наиболее частый фактор – это, безусловно, курение. Угу. Безусловно, курение. В принципе, это основная причина смертности мужского населения, трудоспособного, я имею в виду, от онкологических заболеваний. И у женского населения это тоже достаточно высокий вес имеет. Злокачественные заболевания легких, основной причиной развития которых является именно фактор курения. Также табакокурение является фактором риска практически всех остальных злокачественного образования. Оно увеличивает риск возникновения всех, ну, кроме там редких видов опухолей злокачественных, в основном всех солидных, так называемых, или опухолей, которые сопровождаются, собственно, опухолью, для них, для всех курение, конечно, это фактор риска. Образ жизни сидячий, динамичный, который сопровождается
Он приводит к повышению риска возникновения в том числе и сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии, но и злокачественных заболеваний также, потому что он приводит к обострению многих, возникновению хронических форм и их обострению в дальнейшем различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, которые потом в дальнейшем могут привести к формированию злокачественной опухоли, и потом мы уже будем устанавливать диагноз именно злокачественного образования. Скажите, будь ласка, ті новоутворення, вони якось дають про себе знати? Чи людина може не помітити? Условно, злокачественное образование разделяется на две большие группы. Можно по-разному разделять, но вот в плане того, как их выявить, две большие группы злокачественных новообразований. Первая группа – так называемые визуальные формы, и вторая группа – невизуальные формы, соответственно. Визуальные формы – это те, которые мы можем легко нащупать, легко увидеть, которые в пределах нашей там, пальцевой или зрительной досягаемости. Это такие родинки? Это опухоли кожи, это опухоли молочной железы, это опухоли наружных половых путей, опухоли ротовой полости. Это визуальные формы, которые легко увидеть, легко нащупать, легко обратиться. Ну, и, звичайно, опухоли лимфатических узлов. Так, ну, бачать, что что-то не так, и звертаются до лікаря, ну, так? Через какое-то время, да. Тобто ви помічаєте, що не зразу приходять, і це, до речі, проблема. Безусловно, так. Да. Угу. А ті, яких, які не видно і не можна одразу помітити, то це треба теж звертатись знову ж таки. Через деякий час, мабуть, звертаються, бо ще й не видно. Ну, нельзя сказать, что ничего не беспокоит, когда не визуальные формы. Бывают совершенно бессимптомные процессы, которые уже будут выявлены на достаточно поздних развитых, распространенных формах, когда уже возникнут явные клинические признаки какого-то общего характера. Но в общем и целом, даже, например, опухоли кишечника, опухоли поджелудочной железы будут давать о себе знать периодически, будут какие-то стойкие нарушения чего-то. То есть, допустим, у пациента постоянно есть проблема с тем, что у него запоры. То есть вот у него запоры, он уже и диету поменял, у него все равно запоры. И, скорее всего, это повод все-таки искать причину, почему запоры. И зачастую мы можем найти эту причину в виде злокачественного образования. Или же наоборот, там не запоры, допустим, а диарея. Или какие-то нарушения пищеварения, там застой пищи в желудке, какие-то отрыжки, постоянное ощущение стояния пищи. Это, например, опухоли желудка, которые пока часто к нам обращаются пациенты, когда совсем перестали есть. Вот, то есть вот они терпят, они переходят с твердой пищи на кашицеобразную, с кашицеобразной на жидкую, и потом только приходят, когда уже пить не могут. Вот. Бывает и такое, и такие случаи, к сожалению, не редкость, но, в общем-то, если отследить ситуацию, то в целом пациента давно что-то беспокоило. Он не обращал на это внимания, потом начал обращать на это внимание, но минимизировал эти проявления какими-то своими действиями, но в итоге за медицинской помощью не обращался. Ну, это больше, конечно, скажем так, в целом проблемы и взаимодействие нашего здравоохранения с нашим же населением. А как вы думаете, что треба виправити? Як саме потрібно діяти і першим, і другим, так? І з одного боку, і з іншого? Що робити, аби все було в нормі? Щоб люди довіряли, щоб йшли з задоволенням, щоб розуміли, що їх врятують? Ну, завтра це не пройде. Це дуже длительний процес. Ми дуже довге час втрачали авторитет медицини у населення. І, в общем-то, повернути цей авторитет достатньо складно. Такий же час треба, щоб повернути, мабуть. Мені кажется, з нашої сторони, зі сторони представників працівників здравоохранения, які, собственно, будуть займатися оказанням цієї медицинской помощи, конечно же, надо длительно, стойко, одинаково хорошо, одинаково качественно стараться оказать медицинскую помощь. Много существует заблуждений около нашей медицинской помощи. Много действительно и каких-то случаев, которые можно прочитать, в том числе и СМИ, там, когда еще раз был очередной раз подорван авторитет, да, сотрудников здравоохранения. Ну, в целом, мне кажется, что только
долгой упорной работой. Санитарно-просветительская работа, безусловно, нужна. То есть людям надо говорить, что если там что-то есть, то вот надо обратиться. Честно говоря, мне кажется, это очевидные вещи. То есть, если вас что-то беспокоит, наверное, надо что-то делать. Оно же вас беспокоит, зачем за этим наблюдать? Зачем являться статистом своей же собственной ситуации, ухудшения своей же собственной ситуации? Поэтому вторая сторона медали – это отношение населения к собственному здоровью. А может бояться, знаете? Все же хотят быть здоровыми, конечно, правда? Конечно, боятся. Боятся – это обратно к нам, к той стороне медали. Боятся почему? Боятся потому, что знают. Или слышали, да, или убеждены. Слышали и при этом убеждены, хотя сами не столкнулись, но все равно вот они знают, что вот там будут, там убьют, зарежут там, или еще что-нибудь, и все деньги заберут. То есть, к сожалению, наверное, что-то послужило этой причиной. Угу. Я думаю, что нет дыма без огня, но я более чем уверен, что ситуация не столько катастрофическая, как многие ее себе рисуют. И в принципе, на самом деле, это можно четко понимать по нашим пациентам, которым, по большому счету, надо совершить один подвиг, доползти до нас. Вот. А дальше уже они ходят и лечатся, и, в общем-то, они понимают, что далеко не так страшен черт, как его рисуют. Можливо, звернулися и им допомогли, так, и уже, знаете, перший ото из острова. Конечно, они понимают, что то заблуждение было действительно заблуждением. Что не все так страшно, это не так катастрофично, это не такие потери. Безусловно, это масса стрессов, безусловно, есть определенная бюрократия. Безусловно, это все не прям оп и легко. И зачастую, если говорить про онкологию, то эти проблемы не разрешаются за какие-то секунды. Это хроническое лечение, длительное, это месяцами. Это потом пожизненное наблюдение. Но по большому счету главное определяться с пациентом, что мы ставим конечной целью нашего лечения. То есть, если мы говорим о том, что нам, как в школе, да, надо быстро уйти с уроков. Да, там, вот тут бывает, многие так себя ведут, вот, как такие хорошие троечники школьные. Там, а можно я вот это вот так вот? Там, а можно, ой, я не сделал домашнее задание. Там, А можно сделать якісно один раз. Конечно, так? Конечно. И об этом, собственно, мы пытаемся здоров'я донести. Да. А ось вы занимаетесь мамологией уже досить довгий час. Скажите, пожалуйста, вот женки, как часто, и чоловіки також, это же проблема, яка стосується усіх. А часто люди приходят просто на огляд, подивитися, чи все добре з молочними залозами? Наша система несколько не ориентирована на то, чтобы они пришли к нам на осмотр. Угу. К нам пациент должен попасть тогда, когда Коли вже є проблема. Потому что, по большому счету, тяжелые артиллерии по воробьям. Пациенты, я сейчас обращаю внимание, что больше, за счет молодых людей, появляются люди, которые хотят пройти обследование, хотят убедиться в том, что все ли у меня благополучно. Чаще всего это, конечно же, если среди когорты тех пациентов, с которыми я сталкиваюсь, это родственники, дети, тех пациентов, которые получают у нас лечение. Которые где-то слышали, где-то заботились тем, что, возможно, есть и какая-то наследственная предрасположенность. И они хотят быть более-менее уверены в завтрашнем дне. И для этого они хотят, а что мне надо сделать, в течение года? До речи, а можете зараз дать такие рекомендации? Что треба зробити в першу чергу? Щоб люди були спокійні, щоб все з ними добре. Прийти, перевіритись можна, так? Куди саме йти? Якою буде ця процедура? Чи довго? Чи це можна швидко зробити? В принципе, они должны обратиться к семейному врачу. Семейный врач – это их основной доктор, к которому они должны обратиться по любой интересующей его проблеме. И в зависимости от не его, пациента проблемы. Доктор, осмотрев пациента, уточнив его состояние, назначает тот или иной комплекс обследований. Но в целом, если мы говорим про онкологические заболевания, то, наверное, это с 30-35 лет для себя. Это не будет входить, конечно же, в какой-то там скрининг. Государство это не будет полноценно покрывать. Но если мы говорим о том, как следить за своим здоровьем, то, наверное, оправданно делать ультразвуковые исследования брюшной полости, ультразвуковые исследования забрюшинного пространства мочевыделительной системы. Для женщин актуально проходить ультразвуковые исследования органов малого таза ежегодно, ультразвуковые исследования молочных желез. Безусловно, всем у нас в стране эпидемия туберкулеза продолжается,
и продолжалось, я думаю, будет продолжаться. Ну, пока какое-то неопределенное время, но, я думаю, длительное. Поэтому флюорография минимум сейчас, благо масса цифровых флюорографов, которые минимизировали дозную нагрузку. Но флюорография цифровая, ежегодно необходимо ее пройти. И, в принципе, какие-то дефекты, в том числе легочной ткани, я не говорю сейчас о туберкулезных процессах, также видны. Угу. То есть, если, допустим, это будет какая-то лимфома, которая начинается с лимфоузлов средостения, то ее могут увидеть на цифровой флюорографии, такие случаи нередки. Начальные формы заболеваний злокачественных легких также видны на цифровой флюорографии, поэтому даже занимаясь скринингом туберкулеза, мы можем выявить на достаточно ранней стадии злокачественное заболевание легкого и им заняться. Безусловно, для женщин также важно проходить ежегодно осмотр врача-гинеколога. Именно осмотр в зеркалах с выполнением забора материала – это скрининг рака шейки матки. В принципе, у нас скрининговых программ касательно злокачественных опухолей две в стране. Это скрининг рака молочной железы и скрининг рака шейки матки. По раку шейки матки я только что озвучил. Скрининг рака молочной железы осуществляется путем проведения маммографических исследований. Маммографические исследования целесообразно выполнять, скажем так, уже в более зрелом возрасте. Но начать надо первичное маммографическое исследование. Опять же, проконсультируясь с семейным врачом, он знает, должен знать, во всяком случае, сроки начала этих исследований. Если есть семейный анамнез, они чуть-чуть другие. Но если все благополучно у семьи ранее в истории жизни, то женщине надо пройти маммографическое исследование 35-40 лет, первичное исследование, если там все благополучно. И никаких подозрений врача-гинеколога, осматривавшего молочную железу, нету. У женщин нет никаких подозрений, допустим, на ежегодном ультразвуковом исследовании все благополучно, то следующее маммографическое исследование целесообразно делать аж 50 лет, то есть через период. Потому что, в общем-то, можно ограничиться ультразвуковым исследованием, самоосмотром, осмотром молочной железы докторами. Ну и чего выстачить, так? Чего достатньо? Скажем так, чтобы существенно минимизировать риски. Безусловно, это никак не на 100% не защитит. Существуют такие злокачественные заболевания, я конкретно сейчас говорю о злокачественных опухолях, которые протекают абсолютно нелогично, которые могут вообще никак себя не проявлять. Поэтому 100% гарантии нет. И мы не машины. Мы не роботы, у нас нельзя поменять детальку, у нас все очень вариативно, слишком много различных факторов, которые могут повлиять на наше состояние. Поэтому это вот такой комплекс, который я перечислил, плюс еще общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови хотя бы раз в год, существенно снизит риски заболеть тяжелыми хроническими заболеваниями, которых сейчас масса и которые пугают. Пане Сергій, я думаю, що все люди, які турбуються все ж про своє здоров'я, вони таке зроблять. І, звичайно, якщо буде щось, так, будемо сподіватися, що справді прислухаються і будуть це робити, а дуже хочеться, щоб ми були здорові, дуже хочеться, щоб ми мали позитивні думки і мали той настрій, який нам допоможе впоратися, навіть якщо будуть проблеми, то вони швидше вирішаться. І є теж така доказова медицина, коли ми знаємо, що саме ті люди, які ось так ставились до себе і з позитивом, вони швидше одужували. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, стільки всього розповіли. І справді це допоможе. Допоможе багатьом. По-перше, ми повинні знати, що робити з нами і як дослідити себе. А вже далі, я думаю, наступні рекомендації будуть за потреби. Не перемикайтесь, зустрінемось за декілька хвилин.